Привет, друзья! Наконец-то мы можем похвастаться нашей новой линейкой компьютеров с новенькими видеокартами RTX 3070. Я думаю, вам, как и нам, было очень интересно, будет ли новая видеокарта мощнее предшественниц и какие показатели она покажет в играх. В этом ролике мы сравним производительность 3070 с видеокартами 2070 и 2080, обе с приставкой Super. А поможет нам в этом топовая модель компьютера Artline Gaming X93. Она будет выступать как тестовый стенд. В ней установлен мощный 10-ядерный 20-поточный процессор i9-10900KF от 16 до 32 ГБ оперативной памяти. Накопители и охлаждение процессора может меняться в зависимости от выбранной вами модели, благо их у нас достаточно на любой вкус и кошелек. Хотим заметить, что конструкция и продуманность корпуса выполнена на высоком уровне. И даже в нагрузке процессор и видеокарта редко нагревались выше 65 градусов. Блока питания хватит с головой, не сомневайтесь. К слову, модели Artline Gaming X93 оснащены классной материнской платой Asus TUF Gaming Z490+, с модулем Wi-Fi на борту. Очень полезная штука. Давайте не будем тянуть Геральда за волосы и перейдем к тестам. Удаваться в крайности и промывать вам мозг сухими цифрами и сравнениями характеристик всех трех видеокарт – не наш удел. Пусть этим занимаются задроты. Лучше мы на практическом примере покажем разницу производительности в играх, а также выясним, насколько предпочтительнее покупка компьютеров с новенькими видеокартами 3070. Также мы не видим смысла запускать тесты в разрешении Full HD. Эти видеокарты все же избыточны для таких мониторов, поэтому запускали игры в разрешении 2К и некоторые в 4К. Начнем с игры Control. Все настройки выкручены в максимум, функция DLSS 2.0 и Ray Tracing включены, разрешение 2К. В тестах видим, что видеокарты грузятся на все 100%, и показатели новой модели на голову опережают предшественниц. 20-25 кадров – это огромный прирост, хотя мы раньше считали, что 3070 будет аналогично по производительности с 2080 Super. Но давайте посмотрим тесты в следующих проектах, может что-то изменится. В «Мертвых страданиях» видим практически такую же картину. 3070 опережает видеокарты прошлого года на 24,17% соответственно. И при показателе в 157 кадров даже высокогерцовые мониторы не будут лишними с RTX 3070. Погнали дальше. Horizon Zero Dawn. Здесь уже FPS поменьше, так как игра больше оптимизирована под консоли. И в сценах боев 2070 Super и 2080 Super имеет небольшую разницу. А вот 3070 по закономерности опережает более чем на 20 кадров. Что же там такого нахимичили Nvidia, чтобы выпустить такую классную видеокарту? Радугу мы протестировали в двух разрешениях, 2К и 4К. Эта игра немного тяжелее CSGO по графике, поэтому если вы любитель CS, смело плюсуйте к результатам еще 30-40 кадров. В разрешении 2К показатели заоблачные, и для этой игры такой ПК мечта. Даже в разрешении 4К 3070 выдает за 170 кадров, и с таким результатом хороший монитор просто must have. Например, как у нас, Asus TUF Gaming VG279QM. Последняя игра – Wolfenstein Youngblood. Ультра настройки получаем 216 кадров с 3070, 170 кадров с 2080 Super и на 15 кадров меньше с 2070 Super. Все показатели в целом высокие, и для комфортной игры их хватит за глаза. Но с 3070 игры в разрешении 4К уже не кажутся пафосом. Это те блага и комфорт, которые обещала компания зеленых еще при выходе видеокарт 10 линейки. Поэтому сейчас мы с легкостью можем сказать, что эра игр 4К наконец настала. И теперь не нужно покупать две 1080 Ti в SLI, чтобы насладиться любимыми проектами в ультраразрешении. Достаточно заказать один крутой компьютер с 3070 в компании Artline. Наш модельный ряд расширен, выбор огромен, а цены самые доступные на рынке. Желаем крутых покупок и побольше FPS.